Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Королевская лихорадка Kingdom Rush. Так, ну что же, как видите, ребята, я все идеально стараюсь пройти. То есть на обычном режиме, да, потом на героическом и на железном испытании. Пока мне не удалось вот эти две миссии пройти. Ну а у нас следующее задание — это Северная деревня. Компания. Проклятие! В пылу сражения лед треснул, и моя армия сократилась вдвое. Покажи этим северянам, что мою армию все равно не остановить. Их деревня совсем рядом. Устрой набег, захвати ее, и можешь взять все, что пожелаешь. Пусть они проклинают тот день, когда решили встать у нас на пути. Ну что ж, ребята, оставляю я по-прежнему те самые башни, которые у меня были. Я ничего менять не собираюсь. И посмотрим, что нас тут ожидает. Елки-то палки. Так, отлично. Я здесь, ребята, уже... Нет, не был? Или был? Не имеет значения. Так, Олах, иди сюда. У нас, ребята, здесь две тропинки, которые мы должны защищать. Слушай-ка, блин, пойдет вот отсюда вначале, да, у нас команда? Ну что же, давай, наверное, будем здесь выстраивать риф дьявола. Наверное, скорее всего, будет так именно происходить. А дальше что? Я не знаю, дирижабль может быть сюда призвать. А что это за олух? Сейчас мы тебе покажем, чего там. Северное гостеприимство? Это кто такой? Это босс, что ли? Я не понял я. Ладно, не имеет значения пока. Так, я не знаю, тут, наверное, будут летающие. Вот здесь тоже нам нужно как-то с вами обороняться. Давай сделаем, наверное, вот так вот. Две башенки сделаем, улучшим. Эту тоже улучшим. И что-то еще надо будет, ребята, влепить. Что-нибудь такое. Может быть, дирижабль. Давай дирижаблик, наверное, поставим. Пускай будет стоять здесь. Ну что, посмотрим, ребят. Кто и что у нас здесь будет. Какие враги. Так, ага, идут обычные викинги. Ладно, хорошо. Олах мой пока постоит здесь. Мне придется, наверное, бегать им вот то сюда, то сюда. Две дорожки, как говорится, защищать. Так, а этих вот мы сюда переправим. Сейчас мы покажем тебе, что такое северное гостеприимство. Кричит вот этот вот викинг, главный, видимо. Главный деревни, так скажем, да? Ну что, пока все довольно легко, идут обычные викинги. Так, у нас там метательницы топоров выбежали. Их надо встретить. Вот таким вот образом. Пока отвлекемся, да? Можно, в принципе, бомбануть и лучом, я думаю, по ним. Вот так-то будет лучше даже. Так, дирижаблик. Слушай, может быть, ты дрожишь от холода или от страха, кричит викинг. Слушай, дирижабль как-то вот, наверное, не сюда я его поставил. Неправильно я выставил. Надо было его, наверное, вот здесь где-нибудь ставить. Так, у нас тут еще и берсеркер идет, смотрите, ребят. Так, деньги есть, могу прапаться. Нет, пока не хватает. Пока не хватает. Давайте следующую волну, наверное, призывать. 240 нужно, да? У меня только 236 монет. Тут викинг. Сейчас еще и по этой дорожке, ребята, кто-то пойдет. Судя по всему. Так, ладно. Блин, действительно, дирижабль я немножко не туда влепил. Ай-яй-яй. Опа! Так, ребята, вот это уже опасно. Это уже опасно. Что? Кто там еще стрелы в меня пускает? Эй! Так, надо прапываться. Господи, я не знаю. Давай здесь поп... Ой, подожди, тут... Не надо... Блин, да что же... Да, наверное, здесь все-таки придется, ребята. Разбегут уже постоянно. Вот эти вот волки. Мало того, что они очень быстрые. С ними еще не так легко справиться. Опачки. А тут-то, кстати, тоже, ребят, проблема. Знаете почему? У меня всего лишь одна башня здесь стоит на прикрытии. Придется помогать. Значит, нам нужно сюда что-то еще поставить. А что поставить, я пока не знаю. Хм, какую башню влепить? Может быть... Эй! Парень, ты далеко собрался-то, родной? Черт, я даже не знаю, мне надо что... Кто стрелы метает, не могу понять. Здесь одна башня, это плохо. Надо еще что-то выставить. Ну, может быть, луч? Может быть, луч или призраков? Или мечников? Давай, наверное... Блин, я не знаю, ребят, я сомневаюсь. Я очень сильно сомневаюсь. Давай луч, фиг с ним, пускай будет луч. Оу, тихо, 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 ты куда это?
Ребят, я чуть было не прозевал кого-то тут мразь, которая на осколке, кстати, разбивается, между прочим. Об этом не стоит забывать. Так. Справились, да? Нет, еще пока бомбим с ним. Так, ну у меня есть джиггернаут, если что, два джиггернаута. Но использовать я их пока не хочу. Ты смотри, а кто-то... Это, мне кажется, вот этот олух, наверное, бомбит по мне стрелами. Босяра, типа того. Могу, конечно, и ошибаться. Так, и нужно нам апать с вами башенки. 330 нужно монет, чтобы ее пробафать. Да, недешево, конечно, стоит все это дело. И вот здесь тоже не варик. С одной башни мы далеко не уедем. И на одном моем, извините меня, герое мы тоже далеко не уедем. Ой-ой-ой-ой, опять бежит это Квазимода. Так, 146 монет. Всего лишь 146. Эй, как ты... Как ты умудряешься пройти-то? Я не могу понять. Так, Олах, иди сюда. Давай займемся, наверное, вот этой вот штукой. Если что, нам придется, наверное, ребята, ее телепортировать обратно, да, на начало. И вот эти вот стрелы постоянные, которые летят, наносят урон. Так, осколок. Какие же вы слабенькие, господи. 330 энергии. Где там волна пойдет сейчас? Не пойму, где волна пойдет сейчас? Здесь? Ёлки-палки, еще и медведи тут идут. Да. Луч. Как ты слабенький, тоже еще пока урон мало наносишь. Так, ладно, пока мы разберемся. И викинги идут. Мне нужно хотя бы пару башен сделать по фулочке. Че это, у меня герой погиб, что ли? Да, ребята, у меня погиб герой. Ладно, попробуем отстоять, как говорится, честь. Да, ребята, смотрите, он машет топором и... Понятно, что тут происходит. Откуда летят, как говорится, стрелы. 330 есть? Есть, ребята. Улучшаем башню вот эту вот. Так, теперь, наверное, нам надо вот эту вот башню улучшать. Вообще-то, в идеале, нам нужно здесь их несколько поставить. Потому что, ну, одна башня. Так, отойдем, 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 отойдем. Медведь еще белый бежит. Так, этот луч тоже прокачать надо. По идее, все нужно прокачивать, а денег у нас здесь маловато. Дирижабль вот этот, который я сюда поставил зачем-то, не знаю. Ай, лопухнулся я насчет дирижабля, конечно. Ты уйдешь? Ага, ушел. Отбили его. Так, отойдите. Господи, он подбивает как раз вовремя, да? Как будто знает, когда нужно сделать. На двух вот этих вот жабонятах мы далеко тоже не уедем с вами. Это я вам точно говорю, поэтому нам нужно прокачивать, прокачивать все. Что там? Опа! Там еще ведьмы пошли, которые призывают, естественно, осколки. Да, и варги бегают, да? Началось, короче, веселуха. Ладно, попробуем, ребята, отстоять как-нибудь. Так, ведьму, 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 забомбите ведьму мне, пожалуйста. Так, Олах, отойди отсюда. Давай вот сюда вот встанем, лучше мы с тобой. Помощь призовем. И, наверное, луч. А-а-а, прям под стрелы встали. Жестко. Да что такое-то? Блин, луч этот отменить надо. 240 нужно. Вот сиди сейчас и думай, что лучше здесь вот прокачивать или вот здесь. Пока не знаю, ребята. 240 нам нужно монет хотя бы до второго ранга прокачать нашу башню вот эту вот. И мы сейчас попробуем с вами это сделать. А потом еще 330 до третьего ранга. Подбил своими стрелами моего героя, упырь. О. Хотя бы две башни, если будут у нас здесь прокачаны по фулке, уже будет немножко полегче, я надеюсь. Так, еще одна ведьма идет. Еще одна ведьма идет, ребята. Она призывает у нас осколки. Так, отойди, 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 там... Блин, наносит урон, конечно, колоссальный. Вот эти вот стрелы, которые выпускает вот этот вот олух. Так, олух, отойди. Что с тобой не так? Что-то... А, замораживает его. Я думаю, что такое? Почему он не может двигать? А его замораживает, оказывается. Давай мы с тобой сюда, наверное, перейдем. Вы достали уже ведьмы со своими осколками. Так, давай-ка мы, наверное, попробуем. Хотел усилить моих вот этих чувачков. Подожди-ка, мы вот убиваем с вами осколки, я так понимаю, ребят, нам за это ничего не дают, да? Опа! Медведь бежит. Так, осколок, медведь. Они так и будут, да, стоять издалека и выпускать осколки, судя по всему.
Да, выпускают осколки, теперь они продвигаются, и мои стоят, да, ничего не делают. Эй, тихо! Тихо. Давай вот так вот врасплох их возьмем. Так, тут викинги, тут медведи, метатели бегут. В общем, кого только здесь не будет. И всего лишь одна башня. О-хо-хо, ребят. Всего лишь одна башня. Давай так попробуем. Эй, ты куда пошел? Подбили. Молодцы. Он не прошел. Так, медведя. Медведя телепортируем обратно. Слушай, какая-то ерунда получается. Одна башня. Давай вот так вот ее усилим. И этого мало, нужно 330. И вот этот луч, пока он слабенький. Вообще слабенький, на самом деле. Так, тут бомбит все-таки этими стрелами. Так, 330 энергии накопить. И мы сможем улучшить еще на один уровень. Хорошо, ладно, потерпим. Так, летающие, ребята, тут твари у нас полетят сейчас. Летающие, ладно, хорошо, что у нас вот эти вот могут метать копья. Кто это такой? Дракон-прыгун. Викинги верхом на драконах, которые могут пролетать на короткие дистанции над врагами. То есть, может просто перелетать. Так я понимаю? Да ладно, что, серьезно что ли? Так оно и есть, ребят. Это и есть, видимо, летающий. Нет, летающие юниты, вот они идут отдельно. Хорошо. Так, улучшаем нашу башню. А, 330 нужно, не хватает пока денег. 330, давай. Вот так-то оно будет получше. Надеюсь. Так, пока держимся. Ну что, укрепить или... А, давай вот эту, наверное, еще башню с вами пропаем. И возьмемся за дирижабль. Потому что он у нас вообще сейчас ни о чем, ни алло, да? Никакого понта от него нету. На первом уровне ни атаки, ничего существенного он не делает. И вот здесь вот как-то мне не нравится... Мало у нас места, да, для башен. Или нам луч прокачать лучше. Я не знаю пока. Честно говоря, пока не представляю, что лучше сделать нам. 330. По идее, нам нужно вот этих вот прокачать по полной, чтобы у них были и сетки, и все, да. Все наше преимущество. Пока что летающие юниты были отдельно. Если они полетят вместе с вот с такими вот, это будет плохо. Потому что нам придется отвлекаться и на ведьм, да. А эти дракончики могут пролететь. Смотри, что творит, а. Смотри, что он творит. Так. Оу, тихо. Нифига, это что за подстава? Ребят, смотрите, открылись ворота какие-то, и они оттуда поперли. Что за подстава, ребята, я не понял. Мы так не договаривались, ё-моё. Зашибись просто. Так, дирижабль. По-моему, тебе придется вот сюда лететь. Я понимаю, что ты ни о чем. Ну, как-то надо держаться нам. Офигеть. Подставочка такая. Так, 260 нужно для того, чтобы прокачать. Я даже не знаю, что лучше сделать нам. Нам, по идее, нужно и прокачиваться. И свой... Давай вот эту вот сетку, наверное, тут выучим. Хоть как-то будем немножко сдерживать врагов. Естественно, он тут бомбит. Нехило причем бомбит. Так, лучик. Отлично. Хотя бы так, ребят. На первых порах. Смотри-ка, теперь они будут отсюда еще и выходить. Здорово просто, да? Раз, два, три. Три дорожки. Четыре дорожки. Наверное, еще и отсюда попрут. Угу. По моим жабам бомбят, а? Почему у нас так медленно, ребята, копятся деньги? Луч. Мне такое ощущение, что здесь нам тоже нужно будет поставить еще, наверное, одну башню. И это, может быть, башню с привидениями может влепить, а? Давайте так сделаем. Так. Опять медведь, опять метатели идут. Со всех сторон, короче, поперли. Просто со всех сторон. Так, дирижабль. Или все-таки здесь прокачать? Давай так, наверное, усилим. Усилимся здесь, да? Вот, сетка есть, видите? Сетка хоть на короткое время задерживает врага. Это очень полезно, когда на тебя бегут вот кучи монстров. Он бросает сетку и переключается на другого. Это хорошо, ребят. Это очень годная вещь. Так, с медведем справимся, должны. Давай, наверное, еще сетку здесь выучим. Выучим сетку, здесь немножко отвлекем. И прокачаем наших призраков, маленечко всего лишь. Всего лишь капельку прокачать надо будет. Так, давай. Если здесь будут только викинги выходить, я согласен. Как фарм денег, это нормуль. Но если здесь пойдут всякие ведьмы и так далее, это уже будет жестко. И нечестно, если
подумать. Так, давай следующую волну вызывать. 156 голды. Я могу прокачать себе. Что такое так? Теперь могут ловить врагов на 4 секунды. На 4 секунды. Это неплохо, кстати. Опа, опачки. Ты посмотри, кто прет. Целая армия викингов и так далее. И у меня здесь всего лишь одна башня. Обалдеть. Призрак мне, конечно, тут помогает. Ну так, по чуть-чуть. Если нам прокачать до гаргули, это будет классно, кстати. Может быть, тогда будет какой-то от этого толк. Так, главное сдерживать. 230. 230 нам нужно для того, чтобы прокачать склеп. Я вот боюсь, вот тут вот справятся ли у меня ребята. Что-то их со всех сторон тут прессуют. Так, давай, бомбите, бомбите этих прыгунов, которые летают. Да что ж вас так много-то здесь? Ай-яй-яй, стреляет этот паршивец в нас все-таки. Так, о, ребята, склеп. Так, теперь нам нужно будет выучить гаргулик. Вот этих вот, две штуки. Они будут хорошо сдерживать врага, я надеюсь. Так, что у нас там, следующая волна? И не забываем, что тут босс, наверное, все-таки будет у нас. Вот этот вот. Вон, видите, он махает секирой и летят стрелы. Так, склеп, склеп, склеп. Так, это что у нас тут? Одержимость. Каждые два... А, вот это, так, кстати, надо выучить. Так, и вот тут вот начинается, смотри. Идут чувачки с осколками. Плюс варги. Плюс, ребята, варги. Хорош, что ж у вас много-то так? Давай жарить лучом хотя бы. Нормуль. Так, и еще и летающие тут, да? Погоди-ка секунду, а мы сможем ли их тут подбить-то всех? Давай, давай, гаргулик. Гаргульку обязательно. По-моему, не... По-моему, они пролетят сейчас, нет? Эй! Что тут за заваруха такая? Так, ну вот мои гаргульки, ребята. Тихо! Пришлось, ребята, так сделать. Я не хотел. Видит Бог, я не хотел этого делать. Потратил самое мощное, ребят, заклинание сейчас. Так. Что сделать-то лучше? Не знаю, что сделать нам тут. Давай, наверное, вот этих вот прокачаем, да? И дирижабль. Не хватает мне на дирижабль. И на гаргульку, на вторую тоже мне не хватает. Ладно, вызываем волну. Надо было мне джиггернаута выставить. Вот я дурень. Опа, это еще кто такой? Валькирия, хранители из мира духов. Они могут оживить павших союзников для последней битвы. Оживлять союзников высокой защиты. Да ладно, что, серьезно, что ли? Вы издеваетесь, блин. Я единственный король севера, кричит этот чувачок. Я не знаю, а как нам... Ну-ка попробуем, ребята, вот так вот бомбануть. Если она сейчас тут начнет оживлять этих воинов павших, это будет жесть. Смотри, 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 точно, мертвецы. Короче, мертвецы идут на нас. Так, выпускаем еще одну гаргульку. Так. Склеп, ты бы мне помогал бы, я не знаю, хоть как-нибудь. Тут тоже, смотри, заваруха какая. Осколки. Давай помогать. Любыми способами нужно нам противостоять здесь. Джаггер, выходи. Бомби тут их всех налево и направо. На. О, ракетки. Это хорошо, ребята. Так. Он на некоторое время дается, потом, ребята, он исчезнет. Поэтому нужно использовать любые моменты. Так, дирижабль. 300, да? 300 нужно. Нам не хватает маленько. Так, нам не хватает совсем чуть-чуть. Отлично. Ну, уже лучше. Так, все, Джаггер нас покинул. Эй! Погоди, а куда она идет? Я не понял. Мне же плевать, по идее. Так, а что это такое у нас? Драугр. Павшие воины, призванные из того света с помощью магии, чтобы отправиться в последний бой. Медленные и средние сопротивления магии. Я не понял, а это что? Это же не наша территория, мне плевать. Пускай бы она шла туда, господи, если так захотелось. Так, Хоуп, давай иди сюда. Хоуп, почему Хоуп? Олах, ё-моё. Как-то Хоуп у меня в голове сидит. Так, белые медведи. Давай вот так вот сделаем. Ребята, я потратил две магии. Ты представляешь, я вызвал Джаггера, да? И я потратил самую мощную, которая убивает всех врагов на поле боя. Как бы я не лопухнулся совсем с этим делом.
Ох ты, смотри, что происходит. Берсы, ребята, выходят отсюда. И метатели. Я так и думал, что будет подвох. Я так и думал. Так, хорошо, что тут дирижаблик у меня. Нужно его прокачать по полной программе. Смотри, куда она идет, не могу понять. Что-то ходит, бродит здесь. Так, дирижабль, давай прокачай по полной. Во. Уже лучше. Так. А, все, я понял, ребята. Медведя мы берем под свой контроль. Там, я не помню, раз сколько-то секунд мы можем брать противника под свой контроль, и он будет драться за нас. Это круто. Это круто. Это на самом деле отлично просто. А вот то, что здесь опять валькирии и метатели идут, это не круто. Поможем. Конечно же, ребята, магией все это дело делается. Так, тут у нас прокачка. Во, давайте вот эту вот тучку выучим. И надо, наверное, уже будет браться за вот этот луч. За прокачку этого луча. Я не знаю, если король пойдет, вот такой вот армии, которая сейчас в данный момент у меня, я ничего здесь не смогу сделать. Абсолютно. Меня здесь разберут. Это факт. Так, что тут? Слишком, ребята, много что-то врагов. Смотри, что происходит. Так, луч, 210. Пускай будет прокачанный. Может быть, нам вот здесь что-то влепить еще, а? Так, погоди-ка, мне нужно вот это вот. Маленький гном-бомбардир. Его тоже нужно сюда, ребят, призвать. Это дополнительная будет атака. Эй! Ты посмотри, что происходит, ребят. Как вы прошли, а? Вот так, ребята, последнего Джаггера потратил. Это все ведьмы. Вот эти вот ведьмы вызывают, ребята. Твою же маковку, а? А Джаггернаут, он не вечный, он скоро, ребята, исчезнет. Но. Да, битва просто жесть какая-то. Ты дыщ. Джаггер просто красавчик, вот серьезно говорю, он просто красавчик. Так, тучку выучили. Здесь у нас что, сетки? У нас здесь сеток не было выучено, понятно. А, 15-я волна, кстати, это последняя волна, ребят. Все, готовимся, короче. Это будет самая последняя эпическая битва. Смотри, что делают, а. Бомбят там, не по-детски. Тут эти виверны летят, да? Сейчас, наверное, я отсюда, со всех щелей сейчас будут враги идти. Так, мы здесь прокачали с вами. Ага, не полностью. Теперь отлично. Здесь вот тучку докачаем. Так, давай, ребятушки, поднапряглись. Нам нужно здесь никого не пропустить. Врагов очень много. Так, дирижаблик. Надеюсь, он мне поможет здесь. Стоит он, конечно, в таком месте, да, не очень хорошем. Если вот как-то вот сюда еще поближе нам. Так, виверны пока не пролетают. Ты посмотри, сколько врагов, ребят. Come here, давай бомбить. Так, магия. Почему вот если мы ее берем под свой контроль, почему она не может, ребята, рисануть никого из наших? Еще два дополнительных привидения мы с вами набрали. Здесь у нас полностью прокачано. Так, давай вот эту вот башню. Что такое? Я уже думал, босс пошел. Нет, пока стоит, ребят, на месте. А не будет, что ли, босс, или что? Пошел, ребята, он пошел. Подожди-ка, куда он полез? Все, ёпарасоте, ребят, я... Фу, на 3 звезды, честно говоря, я думал, что здесь будет босс, а он просто взял и смылся. Но зато он всю игру мне просто нервы компенсировал. Ты прикинь, я потратил самые мощные свои магии, 3 штуки. Я потратил 2 Джаггера, да, и массовую атаку по площади. Опа, новая башня, пещерные гоблины и очки улучшения, 3 штуки. Вот это мне уже нравится, ребята, это очень круто. Так, мы куда с вами переместимся? Угу. Такое ощущение, что мы идем с вами к самому королю Личу. Да, такое вот впечатление складывается. Так, ну что, у нас улучшение есть. Давайте попробуем что-нибудь с вами улучшить. 3 очка всего лишь, да? Всего лишь 3 очка, и нам не хватает с вами.
даже вот это вот, да, дает небольшой шанс призвать на поле боя владыку ада вместе с другими подкреплениями. Это было бы круто. Выпускает кучу призраков после удара, которые догоняют врагов и наносят им урон. Выпускает кучу призраков после удара. Какого удара? А, вот этого, видимо, удара магического. А дальше что тут идет? Каждый убитый этим заклинанием враг сокращает время его восстановления. Выпускает дополнительных призраков при ударе. То есть это все на магию, да, специализируется. Вот тут что у нас такое? Обычные атаки всех героев становятся мощнее. Угу. Герои получают небольшой шанс полностью отразить обычную атаку врага. Я даже не знаю, ребят, давайте попробуем, наверное, вот это вот с вами прапать. Готово. И хотелось бы теперь мне посмотреть, что у нас за башня такая новая. Где она? Вот, новинка. Если с первого раза не убил, со второго точно убью. Эти гоблины бросают бумеранги, которые бьют по врагам на дороге, когда летят туда и когда возвращаются обратно. Два удара по... Короче, за один ход, я так понимаю, да? Пещерный гоблин может оглушить цель при каждом ударе. Пещерные гоблины бросают огромный бумеранг каждые несколько секунд и бросают улей пчел во врага, нанося урон ему и всем ближайшим врагам. Слушай, это круто. И мы, наверное, с вами возьмем их вот сюда. Ну что, ребята, пойдем посмотрим, что у нас это за уровень. Кладбище драконов. Глупец, ты позволил этому так называемому властелину севера улететь на драконе. Мы должны догнать его и завершить начатое. Грядет буря, я костями чую. Поторопитесь, не позволь буре преградить нам путь. И ради всего святого, не испорти мой план. Вот так вот Везан орет, психует, бедняга, да? Ну что же, я, конечно же, постараюсь не испортить нам наш план и какими-то способами выиграть. Так, что у нас здесь, ребята? У нас две опять дороги. Причем очень-очень, ребята, далеко они находятся друг от друга. И слишком много здесь для башен у нас ячеек. Так, ну что же, если будут они отсюда идти, и отсюда будут идти, и отсюда, естественно. Так, значит, нам надо сделать вот... Слишком близко, да, здесь получается. А здесь слишком далеко. Ладно, ребят, выставляем адских этих рифоловов, или как там назвать. А здесь у нас одна дорожка, поэтому мы выставляем вот сюда. Так, и хотелось бы, конечно, посмотреть мне на гоблинов, вот на этих. Не знаю, хороши они, не хороши, но пускай будут. Так, прокачаем маленечко с вами башенки. И можно, в принципе, приступать. Первая волна пойдет вот по этой дороге. Готов, я готов, ребята. Опа. А, кости какие-то я собираю, да? Опять какая-то анчивка. Ладно, давай соберем. Так, Олах, иди сюда. Где еще кости? Вот кость. Где-нибудь еще видите кости? Оу! Помогите Кощею воскреснуть. Так. Кощею. Какого-то, ребята, дракона я оживил. Одним словом. Так, ну что? Ах ты! Ты посмотри, что происходит, ребята. Еще и отсюда попрут. Слушай, ну как-то вообще неудачно. Совсем неудачно. Это мне надо вот здесь вот стоять. А этих вот сюда перемещать аж. Так, ладно, отбиваемся пока. Надо посмотреть, что вот эти ребята делают. Ну, они бомбят, они бросают бумеранги, как, в принципе, и говорилось. Так, больше здесь никаких нету приколов, анчивок. Так, ладно. Идет берс у нас здесь. Надо будет прокачать. Что это такое? Оу! Хорош, я такую помню штуку. Да ну, они будут замораживать мне башни. Господи, это усложняет все, ребят. Очень усложняет. Ха, твою же налево. Чего вы замерзли-то? Ребята, давайте оживляйтесь. Так, этих бомбанем. Постараемся. Так, луч. Нет, пока я не буду использовать его. Не буду пока. Вот здесь вот, ребята, наверное, нам что-то надо будет влепить. Или же ничего не надо влеплять. Пока даже и не знаю. Прокачаем с вами вот эту вот башню, и все будет тип-топ, я надеюсь. Так, ну эти бумеранг бросают и отлично, в принципе, справляются с этим делом. Ничего плохого, ребят, не вижу. Гоблины отлично пока справляются со своим делом. Так, Олах, нам, по-моему, пора вот сюда перемещаться, потому что здесь идет следующая волна. Давай быстрее иди.
И надо нам теперь прокачивать здесь. Господи. Так, я не знаю даже, что сделать, как лучше. Вот сюда, кстати, бы неплохо было бы, ребят, поставить дирижабль. Вот сюда вот. Он бы хорошо бы контролировал бы вот эту вот точку. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, бомби, бомби, пожалуйста. Так. Куда ты пошел? Нет, придется все-таки, ребята, эту башню прокачивать. Хотел вот эту по фулке, но, видите, потому что враг идет. Его здесь очень много. Тут еще эти воскрешальщицы сейчас, наверное, побегут. Так, и гоблинов. Гоблинов тоже, ребят, прокачаем. Следующая стадия стоит 200. Кстати, гоблины не очень дорого обходятся именно в прапывании. Так, видишь, они бросают свой бумеранг. Это, кстати, очень классно. Так, давай. 200, да, нужно для того, чтобы прапать. А сюда я хотел, может быть, сюда даже поставить, а? Бумеранги. Как думаешь? Вот я не знаю, ребят. Давай попробуем. Вот так они, видишь, бросают. Очень прикольно, кстати. Смотри, когда они в рядок стоят, бумеранг пролетает и наносит им урон. Отлично. Есть смысл, наверное, их прапать. Причем, если они будут по фулке прапаны, они будут, наверное, божественно бомбить. Так, в этом есть, ребят, какой-то смысл уже, да? В этом есть даже, я бы сказал, не какой-то смысл, а офигенный смысл. Так, ты что тут, опупел, что ли? Берс, совсем потерял нюх, я смотрю. Ха, шитик. Так, ну-ка, сколько? 140. О, отлично. Так, нам нужно теперь докачать вот эти вот две башни, а потом, наверное, прокачать башни гоблина. Так, Олах, пойдем-ка вот сюда, потому что следующая волна идет. Это хорошо, что мы пока можем перемещаться. Если они будут, например, с двух сторон бегать, я не знаю, что мы будем тут с вами делать. Давай жарить. Нормуль. Мне нравится, что он на 6 секунд укрепляет наши башни. Они наносят там на 40% больше урона. И это классно, между прочим. Так, медведи. Медведи белые пошли, да-да. Не то, что пошли, а побежали прямо аж. Прям бегут, сломя голову. Кстати, почему у меня... Во, подцепились. Я думал, так будут там стоять. Давай-давай, медведя расплющим. За медведя, кстати, немало дают денежек. Я вот что увидел сейчас. Блин, мне надо было посмотреть, сколько у меня, ребята, осколков. Может быть, я купил бы себе одного джиггернаута. Что-то я как-то об этом совсем забыл посмотреть. Так, ну что там, 330. Все равно еще по-прежнему хватает. Да я думаю, вот этого медведя забомбим, и нам будет как раз хватать. Героя моего забомбили. Вот это плохо. Давай-давай, резайся быстрее. Он, кстати, у меня максимально в 10 уровне, я его прокачал. Хотел было тут взять своих тех старых героев, да, там Асру и Верука. Думал их прокачать, но что-то как-то и не дошло у меня до этого, ребята, дело на самом деле. Так, ну медведя бомбим. Нет, все равно еще не хватает, ребят. Так, сделаем вот такой вот ход. Да что так, почему так быстро моего героя бомбят, эй? С чего вдруг? Что он такой ватный-то стал? Был нормальный парень. Сейчас просто пасует. Накрыли. Ну давай, призываем следующую волну. Так, это еще кто такой? Новый враг, ледяной друид. В их венах течет магия гор. Они могут превращать целые города в лед. То есть, ты хочешь сказать, что ты мне будешь замораживать башни? Спасибо тебе большое. Вот он идет. Пердун. Слушай, по ходу дела так и будет все дело происходить. Сейчас заморозит, наверное, башню мне. Ну-ка. На, на. И он, тем более, ребят, довольно крепкий. Смотри. Фиг ты его так пробьешь. Ох ты. Так оно и есть. Оно так и есть. Блин, пока мы с этим одним друидом будем... справляться, тут у нас враги, ребята, будут пробегать. Срочно надо прапывать с бумерангом. Так, Олах, иди сюда. Ну куда? Бегут они мне здесь. Так, давай прапываем. Пускай, ребят, бомбят. Другого варианта пока не вижу. Вот. Вот, так, я понял. Еще и здесь, ребята, волна какая-то пойдет сейчас. Так, с бумерангом 270, да, нужно? Олах, наверное, нам придется вот сюда с собой уйти в данный момент. Так, а вы что стоите-то? Бомбите этого Олаха-то. Бомбите, бомбите. Так, 270.
Тут еще и улетающие пойдут сейчас. Ёлки-ты-палки. Так, Мишка вышел. Вышел медведь. Вот как-то вот сейчас вот слабенько он бомбит на самом деле. Не, только не замораживай башни мне. Я понял. И виверна, ребят, летит, да? Как все вовремя, одно к одному. Даже не знаю, что и делать-то. Давай прокачаем. Бумеранг. Да, конечно, бумеранг. 270. Мне, конечно, надо посмотреть последнюю стадию наших вот этих вот башен. Что они будут там делать у нас. Насколько будет колоссален урон. Так, идут, а? Ну, смотри, неплохо бомбит на самом деле. 270. Я, наверное, прапаю все-таки. Я все-таки прапаю, я хочу посмотреть, ребят. Так, опять Мишка бежит. Вот то, что у нас по одной башне здесь плохо. Нам минимум нужно две. Две башни этих проклятых рифов. Если мы хотим здесь нормально с вами рулить. Ну-ка, как? О, нормально. Смотри, гоблины вроде бы справляются. Нет, башня все-таки помогает. Башня нам помогает, отлично. Ладно, пока идет все как нужно. Во! Вот она башенка, ребята. Прапанная, прокачанная. Так, что у нас здесь? Бросает огромный бумеранг, который наносит от 27 до 49 единиц урона. Вы только посмотрите на эту красоту. Так, что же нам тогда сделать с вами? А, у нас эта башня еще не прокачанная. Господи, на 303 надо прокачивать обязательно. Ты посмотри, что происходит. Очень, ребята, много здесь. Опа, 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 опа. Да ладно. Серьезно, что ли? Не получится? Мы не успеваем, ребята, их бомбануть. Вот что я тебе хочу сказать. И это плохо. Что делать-то тогда будем? Ух, как быть? Неужели... Да и три... Ребят, пролетает. Давай обратно их. Может быть, получится как-нибудь. Ну, бумеранги, ну... Не хватает, да? Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, один прошел. Тут не успел посмотреть, тут башню замораживают. 270. Ребят, нужно 270 быстрее, чтобы прокачать. Во. Вот так вот, наверное, будет получше, я надеюсь. Так, что? Ну, подобьешь? Давай-давай-давай-давай, подбил. Ну, это фигня все. Господи, еще с мышкой что-то... Еще, ребята, и с мышкой какие-то проблемы начались. Вот и все. Вот, ребята, и фейлимся потихоньку. 16 сердечек, да? А, 17 осталось. Мы не можем, ребят, справиться вот с этими големами. Все-таки мало. Мало у нас здесь юнитов сдерживающих. Так, опять идет медведь. Я этот до сих пор на 330 не прокачал. Надо сделать. И наших этих бумерангов не пропал. Опять, здесь летающих очень много. На будущее надо будет запомнить. Так, 330, апаем. Так, отлично. Блин, тут еще и эти с осколками поперли. Давай. Так, что у нас получается? Вот это что такое? Оглушить цель при каждом ударе. Давай. Оглушение нам всегда в помощь нужно. Надо вот эту вот башню прокачать. Тогда будет немножко полегче. Но это очень много нужно денег, финансов, ресурсов. Сколько там? 170. Давай. Потому что тут очень много летающих идет юнитов. Виверны практически только вот отсюда летят. Здесь их нету. Тут в основном он медведи и всякая ерунда бежит. Также не стоит забывать. Вот. Только хотел сказать про ведьму. И они появились. Тут как тут. Явились, не запылились на божий свет. Ё-моё. Смотри, что происходит. Заваруха. Так, ладно, с медведем справились. Нам нужно улучшить вот этих вот наших ребят, да? И здесь 240 монет. Так, ребята, подстава идет. Подстава идет с этих сторон. Опа. Пошла заморозка, да? Это мне напоминает Kingdom Rush, ребята, последняя версия, когда мы играли против Везнана.
когда шел босс, он вот любил замораживать нам башни. Там была эпическая битва, на самом деле. Очень сложная. Так, давай как-то сдерживать здесь. Попытаемся, ребят. Так, бумеранги, бумеранги. Давай улей. Улей свой прокачивай. Может быть, хоть как-то нам это поможет. Так он почему-то не бросает эти ульи, нифига. Да хорош, чего у нас так много тут накопилось-то? Эй. Слишком, слишком много идут. Может быть, нам сюда, ребят, поставить кладбище. Кладбище, да. Пока как вариант. Там будут маленькие духи нам помогать. О-хо-хо-хо-хо. Ты смотри, что происходит, ребят. Опачки, где мой маг? Нет. Фейл, господи, идет, ребята. Идет просто фейл. Жесть. Да, ты, конечно, улья бросаешь, но совсем не вовремя. Олах, иди сюда. Так, ладно, хотя бы так. 5 сердечков потеряли. Так, а это еще кто? Морозный гигант. Чтобы выжить в условиях сурового горного климата, гигантам нужна очень толстая и немыслимая сила. Высокая защита, высокий урон. Где он? Вон он. Олах, давай, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Действительно, ребята, какой-то прям монстр по массухе. Так, этих нужно тоже будет. Все нужно. Опа, он что там? Ага, взорвался. Отлично, мы справились. Не такой уж он и сильный этот гигант. Но все равно напрягает. Вон он идет. Так, давай-ка мы эту башню проапаем, ребята. 330. Вот. Улей бросили. Отлично, кстати, улей бомбит их. Вот что я хочу вам сказать. Даже очень прекрасно. Поэтому есть смысл прокачивать. Но вначале нужно вот эту башню проапать. Слушай, гигант, ну я так смотрю, ребята, он против магии слабак. По силе, да, он крепок. Тут ничего не скажешь. Так, дай-ка я вот этих прокачаю. Раз, два, три. Раз, два, три. У нас, в принципе, на равных все идет. Только у нас здесь две башни гоблинов, да? А здесь две башни проклятых рифов. Опять, вот мне не нравится, когда вот отсюда идут. Тут одна дорожка, да, я не спорю. Тут их две. Тут сложнее все это сделать. Так, у нас еще и кладбище, я про него совсем забыл. И кладбище еще нужно прапать. Так, что же делать-то? Ладно, вызываем волну. Другого выбора пока нету, ребят. Кладбище. Были бы у нас здесь летучие мыши, это было бы, кстати, неплохое подспорье. Смотрите, улей вообще бомбит классно. Смысл есть. Смысл есть, ребята, его прокачивать. 240 единиц урон. Так, ну вначале вот это вот прапаем. Как я и обещал, вот так вот. Хорошо, здесь пока вот будем сдерживать. Призовите 1500 подкреплений. Это очередная, ребята, анчивка. Так, тут идут, ладно, пока ничего не буду делать. Можно просто будет. Какого лешего? Как вы прошли? Давай-давай лучом бомбить. Так, шикарно. Склеп улучшен у нас. Склеп улучшен, и, соответственно, давайте вот горгулик вызывать. Они, конечно, не очень сильные, но сдержать противника на какое-то время у них получится. Так, там еще эти с осколками бегут. Олох, иди сюда, ты мне здесь нужен. Уйдите отсюда подальше. Олох, бомби. Так, 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 так. Давай, улей. Бумеранг. Фух. Да, ребята. Очень сложно, напряженно. Особенно, когда в первый раз играешь, и ты не знаешь, чего ожидать, какие враги будут идти. Поэтому некоторые говорят, о, что ты там тупишь. Да потому что, ребят, я не знаю, какие. Поэтому и ставлю вот так вот башни, в таком вот хаотичном порядке. Опять заморозка, да? Башни опять будут замораживаться у меня. Я вижу, вижу, я понял. Давай, 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 переживем как-нибудь эту бурю. Так, где еще? Не вижу. Все нормально пока? Все тихо. Так, на горгульку даже не хватает у нас, на призов. И надо будет прапать наших вот этих морских дьяволов, чтобы у них были повышенные характеристики. Опачки, зомбики. Тут у нас уже и валькирия, да, идет. Ну да, ребята, собственной, блин, персоной валькирия появилась. Так, этот у нас
Давай, наверное, так сделаем. Так, заморозка. Понял, я вижу. Так, что там, ледяной скульптор разводит 25 замерзших башен. Освободил, кажется. Так, а где у меня олах? Я его не вижу, ребят. Где олах у меня? Да что такое? Почему так много? Где олах? Иди сюда, быстрее. Вон он, ребята, он немножко в другой стороне был. Так, попробуем. Пока другого варианта просто не вижу, ребят, что здесь можно сделать. Давай поможем, как-то подкрепление вызовем. Вот эти вот скелеты, конечно, мощные. Эй! Эй! Олах! Зря я тебя увел, по-моему. Горгулька, ты достанешь? Нет, ребята, не достанет она. Блин, один пройдет, а? Один прошел, ребята, зомбик. Ну, фигею просто с этой сложноты, а? Так, а это там стоит, да? Потихоньку оживляет. Так, сетку хотел. Хотел сетку прокачать. Так. Там гигант идет. Тут у меня всего лишь вот два ребята отряда. Они должны справляться вот с этим вот беспределом. А смогут ли они? Не знаю. Конечно, приходится помогать. Склеп поставил, он, ребята, здесь вообще не работает. Смысл тогда от него? Так, ну в основном большая масса идет вот здесь, ребята. Олах, отойди. Да офигеть, ты посмотри, что происходит. Тут и эти големы, и такие, и такие. Да вы что, вы серьезно, что ли? Трындец, блин. И гиганты вот эти вот идут. Кому не лень. Башни, башни прокачаны по полной программе. Так, что сделаем? Тут уже, ребят, проходит враг. Враг уже просто... Мой герой еще погиб. Мой герой... Оу, пса. Все, ребят, да? Фейл. Еще два врага пробегают. А, пупеть. Да я вижу, вижу. Мне надо за всем за этим следить. Еще башни эти от мороза освобождать. Офигею просто. Усложнили мне игру. Ну, бомбанули, ладно, отлично. Этого тоже зашкварили. Фух. Сейчас еще волна следующая. Это, ребята, у нас только 13-я была. У меня уже сердечко-то практически не осталось. Что делать будем? Вызывать? Она сейчас, она уже идет, ребята. Гигант. Идет гигант у нас там. Ну, конечно, конечно, конечно. Как всегда, все вовремя, да? Ведьма. Так, луч, давай, наверное, бомбанем. Хоть какой-то, ребята, урон. Да я вижу, вижу, вижу. Блин, вот мне вот этих, конечно, моих парней жалко. Они вдвоем тут должны справляться с этой армией. Черт тебя подери, что происходит, ребят? Идите отсюда. Ну, одного подбили все-таки. Давай, давай, давай. Олах, иди сюда. Да я вижу. Блин, пипец просто. Все башни, ребята, мне замораживают. Моментально причем. Так. Что там, осколок бежит. Это у меня прокачано по полной программе. Так, здесь у нас что? Давай выучим. Может быть, здесь в подспорье поставить. А-а-а! Дирижабль? Нет? Не, давай вот это, ребят, поставим. Еще один риф. Проклятый риф. Вот так вот. Может быть, хоть какой-то небольшой, ребят, подспорье будет. Жесть какая-то происходит. Посмотри. Давай сюда вот этих вызовем. Наверное, еще луч бомбанем. Так. Призраки, призраки. Прокачиваем по полной программе. Ну куда вот вы прете? Всем табуном, главное, ломанулись. Где у меня? Олах на месте, да? Олах, покажи. Давай его сюда, поближе вот. Да блин! Достали вы со своими заморозками. Посмотри, какая орда идет этих чуваков. Вот здесь... Блин! Вот здесь бы как раз бы нам пригодился бы Джаггер.
Ребята, это, кстати, последняя волна, 15-я. Вот почему здесь очень много противников. А эти сеточки его накрыли, да? Пускай там на 4 секунды посидит, подумает своим поведением. Так, а если я вот так сделаю? Сзади, как говорится, отвлеку их просто-напросто. Ну, ну, ну проходит же враг. Мы их обратно, да? Оп, пускай опять начинаются по новый круг свой. Так, тут у нас, понятно. А здесь у нас что? Сетку. Так, давай вызовем подкрепление и лучом бомбанем. Да, ребят, наверное, скорее всего, я получу всего лишь 2 сердечка, не 3. Ну, естественно, я потом этот уровень переиграю. И у меня все должно быть тип-топ, потому что я теперь знаю, где, откуда, кто будет идти и какие здесь нужны будут нам башни. Даже, ребята, просмотрел, сколько мы звездочек. Ну, сейчас, в принципе, покажут нам на общей карте, сколько мы получим и куда мы с вами вообще продвинемся сейчас. Так, давай. Сколько? 3 очка? Так, новая башня. Костлявые метатели. Это круто. Так, 2 звезды, ребят, получил я все-таки. И... неужели мы идем сюда куда-то? Вот здесь, наверное, ребята, будет босс, судя по всему. Так, ну что, улучшение. Улучшение, так. Выпускает дополнительных призраков при ударе. Каждый убитый этим заклинанием враг сокращает время его восстановления. Я могу, в принципе, и это выучить, да? И вот это. А что тут у нас такое? Пораженные призраками враги замедляются на несколько секунд. Дает небольшой шанс нанести повторный удар по той же самой площади. Вот это круто. Ну, шанс, наверное, будет маленький. Так, ну что, у нас еще... а, достижение, ребят. Конечно же, нужно взять наши анчивки, да? Получить награду. Призовите 1500 подкреплений. Так, освободите 25 замерзших башен ото льда. И помогите Кощею воскреснуть. Сколько у нас с вами гемов? 375. Этого мало. Я даже не смогу взять Джаггер себе. К сожалению. Так, ну и что же, почитаем про башню, ребята. Костлявые метатели. Единственное, что приведет вас еще в больший ужас, помимо их отвратительного смеха, невероятная скорость, с которой они бросают кости случайных врагов. Так, призывает гигантского голема-скелета, который будет сражаться и стрелять во врагов. Круто. Каждые несколько секунд порождает скелет, который бродит по дороге. Хм. И улучшает урон от обычных атак. Стоит взять. Только вместо чего, ребята? Вместо... блин, я не знаю. Вместо дирижабля? Или вместо луча? Вместо луча, наверное. Посмотрим. Ну что, ребятушки, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился. А мы увидимся с вами в следующей серии. Так что, удачки и до скорого.